Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля BMW X5 2009 года выпуска. Объем 3 литра N52B30AF. Пробег двигателя составляет 122 тысячи миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Имеется видеообзор работающего двигателя. 2009 год, BMW X5. Работа двигателя. Мотор работает отлично. Пробег 122 тысячи. Ошибок по мотору никаких нет. Все ошибки горят на колесах. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.